Анна Золотаренко отвечает на вопросы группе энтузиастов из Санкт-Петербурга. К сожалению, все интервью не было нигде опубликовано из-за непопулярности проекта. Добрый вечер, Присцилла. Насколько мы знаем, твое настоящее имя Анна Золотаренко, так ли это? Да, но мне больше нравится образ Присцилла, Анна слишком мягка для этой роли. Роли, ты играешь? Я склонна думать, как Шекспир, весь мир театра, а люди в нем актеры. Окей, тогда с чем связана работа в индустрии в России? Ведь в Штатах организовать данный бизнес было бы более целесообразнее и выгоднее. Я уже отвечала на этот вопрос, что вначале я и не думала, что все так завяжется. Я творческий человек, тогда мне было интересно, сейчас пытаюсь уже наладить бизнес-процесс. Какая музыкальная группа или исполнитель является для госпожи любимой? Я настоятельно рекомендую своим поклонникам прослушать Lovebirds Feat. Still Don't Want You in My Soul. Сайт, блог в интернете. К сожалению, нет. У меня ни блогов, ни сайтов. Только страницы в некоторых сайтах, где видео, но это и есть контакт.